снова с вами волонтер бездомных животных. Твори добро, Наталья. Сегодня мы в приюте. Немного обо всем. О новых выкинутых щеночках девочек. 5 штук в возрасте 6 месяцев. Добрые люди привезли на обочину трассы. Поставили девчонок в коробочках. И со спокойной душой уехали. Девочки все красавицы. Приют у нас растет. Растет, растет. Что хочу сказать по поводу спасенных нами с вами собак. У них все замечательно. Нота и Умка были простерилизованы в среду. На следующей неделе, конечно, по финансам я буду смотреть. А у нас записаны на вторник 3 суки, на четверг 3 суки и на субботу 3 кобеля. Ездить мне это 250 километров в две стороны. Ну а что делать? Спасибо огромное ветклинике, еще раз хочу сказать, за хорошую нам скидку. Вот, вот наши якутята. Это Аечка. Аечка. Девочки, Эрни, идите скорее сюда, идите. Это вот последняя партия. Это у меня Эн. Эн, да. Да, все вот так вот ревнуют маму почему-то, да. Есть прям ревность такая какая-то необоснованная, да. Любить надо каждого по отдельности. Эрни, Эрни. Это у нас Аечка. Ребята, на-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 на. Зайки! Зайки! Где мамины зайцы? Где мамины зайцы? Вот у нас Эрни прибежала, это моя Найда. Это у нас новая тоже, с последней партии девочка. Молли Золи, да? Иди скорее сюда, иди, Эн, Эн. Ну, то есть все живы и здоровы. Вот. Вместо 13 у нас в приюте их приехало 16. К нам вернулись Убика. К сожалению, не состоялась у него семья. Ребята, ну, все гуляют. Просторы у нас большие, вы знаете. Вот наш ребенок, который был с пузиком. Все переживали, как там мальчик. У мальчика все хорошо, да. Мальчика вовремя. Мама. Да, провазелинила, да, и все сделали, да, вот, так что у нас все замечательно. Я хочу сказать, что уважаемая моя большая дружная семья, в прошлом месяце мы объявили неделю стольника с 10 по 17 число. Теперь, я надеюсь, мы будем соблюдать эту традицию каждый месяц, и все ваши финансовые перечисления будут идти на питание ребятам. У нас в планах еще сено покупать, солому. У нас в планах стройка, о ней немножко позже. И, конечно, стерилизация. Сейчас стерилизация для меня стоит остро, очень остро. Я очень вас прошу, каждого, помочь нам финансово со стерилизацией. Без вас и вашей помощи мы не справимся, но размножение мне не нужно. Нас и так уже в большой дружной семье, я уже не помню, было 64 минус 8 плюс 7. Ну, в общем, как-то так. Ой, с большой к вам благодарностью, с большим-большим уважением к вам. Вот моя Эн. Эн, девочка Эн, да, девочки. Мы, может, на выходных отвезем девочку к грумеру. Мы уже возрастные. Эрни, Эрни, ну пойди, пожалуйста, сынок. Ну пойди скорее. Ну пойди, мой Эрни. Да, это мой Эрни. Да, мы поправляемся. Мы уже осипли от того, что мы очень громко лаем. Да. Так, а где у меня Рич? Ричи. Вот, в общем, уменьшаемся, прибавляемся, растем. И очень надеемся на вас, на вашу поддержку и на вашу помощь. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных, Наталья. Спасибо огромное всем.